Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Полоскун. И сегодня я решил поговорить о пилоте для робота Орочи. Пилот называется Ghost. Но перед началом данного видео я хотел бы провести небольшой розыгрыш 5 пушек для титанов Striker. Ну и чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить 3 простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео, ну и в-третьих, вам нужно написать любой комментарий с указанием ID и платформы. Сразу, друзья, скажу, что если вдруг рандомайзер выберет комментарий без ID и платформы, то тогда приз будет переразыгран. Ну а более подробные условия розыгрыша вы сможете найти в описании. Результаты данного розыгрыша будут опубликованы в вкладке сообщества у меня на YouTube и в моей группе ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании. Ну и результаты будут опубликованы в 8 вечера по Москве 7 мая. Ладно, немного поговорили с вами про розыгрыш, давайте начинать видео. Ну что ж, друзья, давайте теперь переходить непосредственно к теме данного видеоролика. И здесь я решил поговорить про пилота для робота Орочи, название которого Ghost. Я думаю, вы помните, я уже делал обзор на данного робота, но тогда я играл без этого пилота, у меня стоял обычный. Но вот недавно я смог получить нового пилота Ghost и хотел бы о нем рассказать. Мне почему-то в этот раз совершенно не везло с рандомными умениями, то есть вы знаете, там можно крутануть за, там, ну, в зависимости от уровня пилота за столько-то голды, и вам выпадет случайное умение с случайным тиром, и иногда мне бывало везло, выпадало какое-нибудь хорошее умение Т4, и было здорово, но тут я сколько ни крутил, мне выпадала одна всякая хрень. Например, мне выпадало умение оператор наведения, когда у меня стоят здесь инсинераторы, либо же выпадало умение что-то вроде после убийства робота ты наносишь повышенный урон в течение 5 секунд. Вот, и все это было первого тира, я крутил очень много, в итоге слил где-то 500-600 голды, выпала всякая фигня. И мне пришлось уже, ну, за золото покупать нужные мне умения. Сейчас вы видите, что я поставил на пилота Ghost, и здесь 2 умения мне пришлось купить за голду, потом их прокачивать. Это 2 умения на скорость. Первое, причем, дает постоянную прибавку к скорости. Я вкачал в Т3 данные умения. Ну и второе позволяет перемещаться быстрее, если противники захватили более 3 маяков. По мне, это наиболее нужное умение для робота Орочи. Еще бы ему поставить вот эти новые модули пассивные на скорости, вообще была бы красота. Но, друзья, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что самое интересное у этого пилота не то, что можно на него поставить какие-либо умения, а его уникальное умение — это то, что твоя способность будет, ну, когда у тебя способность активная, ты будешь выстреливать встроенной пушкой в 50% повышается скорострельность этой пушки встроенной. И тут, на самом деле, мнения игроков очень сильно разошлись, потому как одни считают, что это чуть ли не вообще лучшее умение в игре и может прям вообще точить и дофига урона наносить, а другие, наоборот, считают, что это какой-то хлам и ненужная фигня. Вот, я поиграл довольно много боев, отыграл на данном пилоте и могу сказать свое мнение. Лично я считаю, что умение, оно само по себе среднее, это не является какой-то имбой. Как вот, допустим, есть некоторые пилоты, которые они прям имбы. Это на Ауджана этот пилот китаец, и на робота Равана пилот Арнав Пуе. Они реально имеют очень крутые способности, но тут вот в случае с Орочи такого не происходит. Да, конечно, эта способность неплохая, она очень часто выручает в бою. Например, когда противник спрятался за укрытием, вы не можете попасть своими пушками по нему, и тут вы активируете способность и очень быстро наносите противнику урон. И то есть, действительно, больше выстрелов делаете, наносите больше периодичного урона, то есть и основного урона, там 7000 за выстрел. И вот вы сейчас на видео видите, как я воспользовался этой способностью. Тут как раз за стеной спрятался противник, и я сейчас жду как раз 3 секунды, чтобы активировать способность. И недолго думаю, я ее активирую, начинаю по нему стрелять. Противник не только получает урон, но и его еще периодичный урон тоже неплохо наносит урон. И спокойно делаю трипл килл своей способностью без пушек. И на самом деле это
круто, и, конечно, данный пилот сейчас, ну, must have для робота Orochi, но я уверен, что в дальнейшем разработчики добавят еще более крутого пилота, и поэтому я бы не качал данного пилота full, потому как потом, если будут варианты получше, можно будет поставить что-то другое. Поэтому пилот неоднозначный, но то, что его сейчас нужно ставить на робота Orochi, если он вам выпадет, это точно. И, в принципе, пилот мне понравился, я могу его рекомендовать поставить на робота Orochi. Ну, а на этом, я думаю, друзья, можно видео заканчивать. Надеюсь, оно вам понравилось. И если это действительно так, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами, как всегда, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока!